Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, мы играем в игру под названием Power Wash Simulator, выбираем режим карьеры, и сейчас мы будем проходить уровень под названием «Отмойте Monster Truck». Значит, что нам тут пишут? Пишут следующее сообщение. Поиск кота Уиллиса наконец было решено прекратить. После того, как мы перевернули все вверх дном и проверили каждый ложный след, даже старая Фрида на маяке утверждала, что видела его вдалеке. Дескать, он стремительно мчался по камням быстрее любого животного, но когда я на нее надавил и спросил, был ли у него колеса, она посмотрела себе под ноги и кивнула. Так или иначе, мы уже ехали на базу, когда дорогу нам перегородила группа обозлившихся на мэра шахтеров и символически залила Monster Truck цементом. Неудивительно, если учесть, что им не платит, что он им не платит. Я не понимаю, как эта выходка решит их проблемы, но работу тебе теперь просто завались. Итак, отправляемся мыть эту чудо-машину. Загружаем игру. Я напоминаю, что ссылка в описании на плейлист, где я прошлые серии проходил, все вымывал до этого момента, все помыто на 100%, и у меня по крутизне сейчас предпоследняя эта мойка. Так, и кстати, надо вспомнить то, что я должен свою камеру чуть ниже опустить, Чтобы было все четко. Так, ты хочешь слышать пару безумных теорий о пропавших кошках, которые начали распускать жителей? Подожди, жители, мне нужно еще зайти сюда в настройки, мне кажется, и что-то громкость меня интересует, громкость звука окружающей среды, громкость шагов, музыка, громкость интерфейса, громкость воды, еще чуть меньше поставлю его, надеюсь, что так будет комфортней. Так, не будет сильно шуметь. Итак, начал я с колеса вот этого. Сегодня, не знаю, будет ли большой ролик или нет. Может быть, эта машинка легко вымывается, а может быть и нет. Еще не знаю. Но начали мы ее вот вымывать. Вот такая вот машинка. Бетонная грязь. И, кстати, видите, у меня даже показывает сейчас, в данный момент, насколько загрязнен элемент, если на него навести грамотно. Так, это у нас что такое? Внешний обод. Табуляция. И видим, как грязь смывается. Цементом залили машинку. Вездеходку. Внешний обод. Внешний-привнешний обод. Есть. Колесо. Давайте колесом поработаем немножко. Так. С этой стороны. Хочу с колесом начать. Если начал уже с колесом работку по вымыванию, хочу, конечно, на соточку быстренько его и завершить, не переключаясь на что-то другое. Так, тут вроде чисто более-менее. Так, это покрышка. Покрышка не так-то уж легко вымывается, потому что она имеет зубчики, как нам всем известно. Зубчатые покрышки делают для того, чтобы был лучше хват. Цеплялся за почву, за грязь, за все, почему мы двинемся, чтобы было лучше, сильнее трение. Так, колеса. Кстати, там внутри тоже у нас имеется загрязнение. Я могу под машину залезть? Нет. Под машину настолько глубоко я залезть не могу. Но вот так снизу, если смотреть, то можно где-то найти еще вот участки грязные. И вот так нам придется уделять внимание каждому колесу, ведь они имеют, видите, и снизу имеют грязючку, и сверху имеют грязючку. Так, к сожалению, это так. Такая специфика колеса. О, зато внутренний, это ось, внутренний обод помыли. Так, колесо чуть-чуть недомыто, мы сейчас найдем с колесом и первым, скажем так, завершим. Может, наверх надо запрыгнуть, может, сверху грязь. На колесе. О, видите? Есть моменты. Сверху. Вот. Все. С одним колесом мы завершили. Так, колесо мы следующее мы не будем сразу же. Но лучше что-нибудь другое. Так постепенно будем делать перерывы от колес. Потому что их 4. А мыть однообразное. Что-то однообразное не так интересно. Не так приятно, как все разное мыть. Так, это у нас подножка и, собственно, крепление для подножки. И сама подножка чуть-чуть недомыта. Это назывался у нас держатель подножки. Хорошо.
Давайте помоем, ну, дверь, например, попробуем. Ой, она как будто бы чуть поцарапанная машина. Или трещины. Мне кажется, что на ней есть трещины. Бам-бам. Такая какая-то краска, видите, как будто бы рельефная. Интересно. Интересно, что это за картинки, за логотипы. О, и вулкан нарисован, и какой-то там гамбургер нарисован. Смотрите-ка, Войт Джефферсон, Пулви Ризейрс, котик нарисованный, вулкан, хот-доги, инопланетяне какие-то. Боковая панель. Боковая панель. А это что такое? Труба. Что-то она тяжело вымывается. Это уже там кусок двигателя, что ли, выглядывает. Что за трубы? Не знаю, я не автомеханик. На всем деле не очень секу. Опа. Так. Есть раз. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что там за труба? Ну, я вижу, что она еще... Ага, внутри там грязь есть какая-то. Эта труба чистая. Три трубы помыл. Давайте попробуем эту вот люк. Боковой люк. Так он так и называется. Боковой люк. Что-то он не хочет быстренько, легко вымываться. Боковой люк. Зато ручка отмылась. Боковой люк. Боковой люк. Так, все. Отмыл. Ручка отмыта. Боковой люк отмыт. Это что такое? Задняя кошачья лапа. Некоторые считают, что в городе действует секретная организация, которая начала приносить кошек в жертву вулкану, чтобы предотвратить извержение. Ого! Вот для чего туда кошек возят. По мнению большинства, за этим стоит Марвин из клуба почтенных. Сара Савантис. Это журналист, по-моему. Ого. Ничего себе. Полная чушь. Люди в глубинке верят и не в такое. Люди в глубинке верят и не в такое. Значит, в этом это правда, что они туда собирают всех, где только можно, котов. И приносят их в жертвоприношение вулкану. Вот куда коты пропадают. А мэр тут тоже как-то замешан в этом всем деле. Какая-то мистика начинается в этой игре. Вроде бы я обычный мойщик, да, в этой... Какой-то такой сюжет хитрый еще и даже придуманный. Так, это, знаешь, что-то за железяка? Кенгурятник он называется. Я так понимаю, это то место, за что можно цеплять, типа, лебедки, чтобы вытягивать. Это выхлопная труба одна, вторая. И довольно тяжело вымывается, смотрю. Так, ну я так пополоскал там по возможности. Оп, оп, и колесо еще одно вижу. Так, вот это дело, вот это дело. Вот тут я так понял, что это видео тоже не будет короткое. Машина сложная из-за того, что есть много... И туда внутрь не залезть. Как мне задняя часть помыть этого вот всего механизма? Я даже не представляю. Оно же там тоже, по идее, грязное и сзади. И эти механизмы надо как-то все повымывать. Ой, это сложно будет. Это явно будет непросто. Эх. Так, ладно. Может, надо этим самым пшикать? А у меня такого пшикалки на этом приспособлении нет. Пшикалки. Пшикалки у меня точно нет. О, могу еще подсесть чуть-чуть. Но туда внутрь у меня явно не получится залезть. Может быть, с другой стороны где-то. Вот здесь, например, залезть. О! Нашел! Ну, тут хотя бы можно будет... Встать, может быть. Что-то он не спешит вставать. Присел. Вот тут можно с этой стороны удобно помыть вот эту штуку. О, табличку вымыл. Потом механизм. Механизм. Еще какая-то трубка. Подвеска называется. Это трубка. Вообще-то. Поправильно. Так, еще одна подвеска. Внутренняя часть там колеса. Хоть как-то чуть-чуть. Я тут не могу даже привстать, как назло. Ух ты, залез, как залез. Так, колесо. Давайте чуть колесо отсюда вымоем. С этой стороны. Опа, это что было? Амортизатор. Значит, и этот можно так помыть. Хотя, может быть, и не очень хорошая идея, потому как... Опа, так, это засчитали. А это тоже. Так, это у нас что такое? Ось называется эта тема. Ось. Пока что мою тут в тех местах, в тех участках, где достаю. Так, расширим. Так,
максимально, как получится. Можно попробовать нажать сопла. О, удлинить. Вот так. Типа с удлинением присел, но с удлинением, возможно, это будет получше. Напором. Опа, есть еще один амортизатор. Еще один амортизатор. Мною захвачен. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Амортизаторов тут целая куча. Куча, куча всяких. И тут много грязи, смотрю, есть. И все надо повымывать как-то. Как-то. Не везде достаю. Опа, там что-то засчитали мне. Отлично. Сообщество веганов подозревает, что из мини-коша готовит еду в забегаловке Маккингамбургер. Но его владелец Элла сделала официальное заявление и опровергла эти слухи. Она посоветовала веганам засунуть их сельдерей куда поглубже и сидеть тихо, чтобы не выпал. Элла утверждает, что уникальный вкус. А я могу сообщение как-то читать? Она считает, что это прямо... Элла утверждает, что уникальный вкус ее бургеров обусловлен исключительно высоким содержанием соли. Хм. Кто-то уже нагнетает по поводу того, что из кошек делают. Кто-то говорит, что в вулкан запихивают кошек. Жертвоприношение. Кто-то говорит, что из них делают котлетки для бургеров. Какой ужас. Что же на самом деле происходит? Непонятно. Так, что я тут повымывал? Ну что-то вымыл. Это амортизаторная ось с другой стороны хочет еще, чтобы мы ее помыли. Так, мы сейчас включимся на обычный режим. Посмотрим, что с этой стороны. О, тут сверху можно еще что-то да и помыть. Что-то можно еще вот тут. Есть, там что-то хлопнуло. Так, амортизатор один. Тут еще один амортизатор есть, контакт. Так. Тут еще вот моменты. Есть. Ось, чуть-чуть оси не домыто. О, есть, ось схватили. Давайте еще одно колесо вымоем. Давайте займемся еще одним колесом. Так, в принципе, вот если таким широким, максимально широким мыть, то неплохо вымывается, хочу вам сказать. Так. Займемся еще одним вот таким образом колесом. Уже будет у меня на счету два вымытых колесика. Колесика. Ничего себе. Колесика. Такие колесика. Это целые колесищи. Колесищи целые. Так. Целые колесищи. Так. Тут моем. Моем. Так. Колесо. Внутри. Обод внешний. Есть, за счет прошел. Сверху. Ой, ух и грязное. Но оно почти вымыто. Хоть оно и ужасно какое грязное, но почти домыто. Покрышка осталась чуть... А, вот тут есть. Тут по таким углом возьмем. Больше напора. Колесо почти. Вот тут чуть-чуть. Так, по крупицам сейчас соберем. Всю грязюку на колесе. Почти домыл колесо. Тут, о, там внизу было чуть-чуть. Где-то есть еще чуть-чуть, не чуть, а где-то есть такой какой-то участок более крупный. Но я его пока что не вижу. О, вижу. Тут. Так, осталось чуть-чуть. Есть. С колесом завершили. Так, давайте по традиции перейдем на эту штучку. На подножку. Сверху ее помоем. Боковину. Так. И тут чуть-чуть где-то еще загрязнена она. Подножка. Есть.
Готово. Еще одна амортизаторная система. Огромная. Тут тоже щиток грязный. Это другая сторона. Он двусторонний, что ли? Ничего себе. Подождите, когда я хоть рассмотрю. Я не понял. И тут... А, это еще один просто знак. И он просто такой имеет структуру, такую похожую, как и там. Я уже было подумал, что он двухсторонний какой-то. Так, ну мне как-то хмыть сейчас этот же механизм не очень весело. Я предлагаю подняться наверх. Может, возьмем лестницу, поставим, посмотрим, что там сверху. Так, поехали. О, допустим, фары там. Почему бы и нет? Это называется тело кошки. А это у нас багажник на крыше. А это что такое? Это, по идее, прожекторы или фонари, как они называются. Прожектор, правильно. Прожектор. Прожектор. Опа, он каждый по отдельности. Оказывается, вынимается у нас тут. Они даже сразу в рабочем состоянии в данный момент. Так, раскроем пошире. Он такой, какая-то машина, видите? Или это ржавчина, тоже грязь? Да, это грязь. Я думаю, что оно поцарапанное, типа... Так, моем переднее лобовое стекло. Это мойка, ты сможешь загнать на бродячий карнавал еще раз? Наше колесо обозрения изрядно запачкалось. Колесо обозрения? Это что получилось? Завсегдатаи байкерской хижины Роди считают, что кошки это инопланетяне, которые наконец справились с возможной на них разведывательной миссией и отправились домой с докладом. А, возложенной на них разведывательной миссией. Видимо, через пару месяцев нам стоит ждать нашествия внеземных суперкошек. Будем ждать с нетерпением. Кошек этих. Лобовое стекло вымыто. Кошачья голова. Моем голову. Ушки. Моем тут еще все остальное. Ушки на макушке. Ушки на макушке. Ушки на макушке. Ушки. Так. Так, 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 так. Помыл я ушко? Помыл. Помыл, помыл, помыл. Ушко, голова спереди. Тут еще надо тоже лапку эту вымыть. Так, передняя кошачья лапа. Угу. Сейчас полоснем. Тоже чуть-чуть зеркало, стекло. Передняя кошачья лапа. Моем аккуратно лапки. Можно спуститься на колесо, я думаю. В принципе, и колесо сверху помыть. Но если я взялся за лапку, надо лапку уже и мыть. Лапку помоем, кошечки. Так. Чистая должна быть лапка. Так. Вымываем, вымываем. Лапку мы вымываем. Так, лапка фактически чиста. Хотя, еще там приличное количество грязи на ней есть. Лапка. Есть, лапку помыли. Мордочка. Кошачья голова. Помоем ей ушки, носик. Зубы. Это зубы у нее, что ли? Язык. Это странный язык. А, он типа язычок на бок торчит у нее. Глаза. Зеленые глаза. Как зеленоглазое такси прям. Еще один кусочек лапки. А тут можно как-то лестницу поставить прямо на голову, чтобы я к ней залез, а? Так, кошачья голова. Ушко. Или в прыжках. В прыжке тут все вымывает. И я могу еще удлинение поставить. Удлинение своего моющего средства. Вот так прыжками мыть. Вот так мыть прыжками. Так, 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 кошачья голова недомыта. Недомыта наша кошачья голова. Кстати, лапка тоже тут еще недомыта. Сейчас, может, и лапку сразу бахнем. Опа. Кошачья голова. Кошачья голова. Где ж ты еще запачканная? Кошачья голова, а? Я не вижу грязи больше. Где-то под низом. Или может это грязь? Не похоже. Ладно, спускаемся. О, там на носике где-то было. Чуть-чуть. Ага, внизу. Все, нашлась грязюка. Грязюка. Что-то там еще щелкнуло. А, лапка домылась.
Амортизатор 1, амортизатор 2. Так. Так. Амортизатор 1, амортизатор 2. Бум. Бум. Есть? Есть. Так, еще тут такие есть у меня детальки. Интересные. Подвеска, крепление. Тут еще мыть и мыть. Передняя, нижняя панель. О, Господи. Передняя, нижняя панель. Эх. Тут крутись как хочешь, оно все вымывается. Все вымывается. Так, тут чистенькое колесо становится. Тут амортизатор. Тут. Опа. Могу присесть чутка. Опа. Все идет лучшим образом. Каких? Ух ты, это что такое? Нижний люк. Упс, называется. Упс. Упс. Нижний люк под названием упс. Упс. Нижний люк. Почему он до сих пор не засчитывается мне? Так. Тут промыл. Везде по бокам промыл. Есть контакт. Нижний люк. Центральная нижняя панель. Центральная нижняя панель. Вроде бы вымываю, но она как такая везде грязная, эта панель центральная. Тут где не мою, но везде грязь. И я специально не покупаю эти растворы и их не использую, потому как экономлю, чтобы быстрее купить более мощную мыющее средство. Вернее, ну вы поняли, пистолет более крутой. Надо что же? Ну это бабосики. 5000 баксов. Это добро стоило, по-моему, я помню. Так, это у нас что такое? Это еще железяка. О, что-то щелкает. Это радует. Жук. Помыли. Опа. Бам. Отлично. Подвесочка замылась. Отлично. Отлично. Так, тут что? Колесо. Давайте с колесом будем разбираться. 70% вообще-то у меня вымыто. Да, оно, в принципе, кажется, что много. А на самом деле... На самом деле не так уж много. Потому что здесь сам процесс вымывания довольно сложный. Много таких вот деталей, видите, как оно тут все закручено. Глубоких деталей, всяких закругленных, с уголками различными. Тяжело в них дотянуться. Поэтому, что я думаю об этом? Что об этом думаю я? Сара, это, по-моему, та журналистка. По-моему, да, журналистка. Так, колесо. Кошки спешат на запах еды. Есть такой момент. Знаем. Кто-то научился готовить классные стейки из тунца, скорее всего, за городом. И они все сбежались туда. Так, стейки из тунца. Рыба, да, рыбу едят. Скоро они вернутся домой. Когда наедятся, да? Ну, посмотрим. Сейчас у нас 80% вымыто. 80 уже 2. Хорошо. 82%. Мне интересно, что там за колесо обозрения. По-моему, я думал раньше, что там что-то... Колесо обозрения, это такой, насколько я помню, это такой аттракцион, который сам в виде круга,
оно на нем сверху сидеть, оно высоко-высоко тебя поднимает. То есть мы что, будем как-то лестницу устанавливать? И... А, подъемная машина. Не подъемная машина, а как он там называется? Так, это колесо чистое. Так, задочек. Тело кошки. Мы там будем использовать большие эти сооружения для мойки. Так, трубы. Боковая панель. Коварные трубы. Раз, два, три. Так. Так. Амортизатор. Там что-то было не помыто, амортизатор. Давайте с этим, с лапкой разбираться. Лапка. Лапка вымывается у нас. Лапка. Лапка готова. Угу. Тело кошки. Кошачий хвост. О, давайте хвостик помоем. Кошачий хвостик. А? И чего? Почему он не щелкает, хвостик этот? Коварный хвостик. Где-то еще есть грязь на нем. Хвостик, ты где запачкан? Признавайся. Все равно грязь найду. А где он может быть еще грязен? Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Где же там? Под попой. В попе мою. Ничего не помогает. На колесо. На... Я не знаю, где там кошачий хвостик еще грязен. Он чистый. Люк. Давайте люк помоем. Верхний люк. Так, есть. Хотя бы люк отмылся. Я без понятия. Тело кошки моется, а хвостиком какая-то происходит чудо-сия. Так, кошачья задняя лапка. Моем лапку, брюхо, сбоку зеркальце, брюхо с этой стороны. Тело кошки вымыто уже на 90, можно сказать, 95%. Кстати, о птичке. Окно. Надо бы лестницу тут отсюда убрать как-то, чтобы там вымыть, наверное. Тело, голова кошачья, чистая. 93% готово. А где? Что с хвостом не так? Где хвост грязный? Алло. Он где-то внутри еще может быть грязный. Да вряд ли. Тут еще где-то грязный, кстати. Выхлопная труба. Есть. Выхлопная труба. Оп. Мой. Есть, за счет. Чуть-чуть тельце грязное. Задняя кошачья лапка. Снизу где-то здесь, наверное, грязь заныкалась от меня. Или с другой стороны также. Так. Пошел. Есть. Покрышка, металл. Боковая панель. Опа. Есть. Ага, дверь. Лезем сюда. Оп. Нашел, тихо. Нашел грязь. Хвост, вон он. Ага, я отсюда заметил аж. Ну, сейчас это вот помоем. Багажник на крыше. Бомс, есть. Я нашел грязь на хвосте. Вот тут сбоку. Отсюда такой угол был хитрый. О, есть, хвост помыли. Что там? Кошачье тело. Мне кажется, лестница мне мешает. Ой. Ну, пускай где-то здесь побудет. Так, во-первых, еще тут панель недомытая. Окошко недомытое. Так, боковой люк. Люк. 95%. Дверь, тело, окошки, колесо. Так, самым широким соплом. Моем. Самым широким соплом. Так.
Вначале над колесом концентрируемся, да? И на одной позиции. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, помыли вроде бы. Вроде как, вроде как. Теперь присаживаемся и подбираем угол снизу. Плюс здесь надо... Опа! Опа, у меня осталось... Он уже выскочила, я с собой загораживаю, но у меня там выскочило три этих самых. Кенгулятор. Так, стоп. Покрышка еще не домыта, не домыта, не домыта. Моем, значит. Можно спокойно мыть. Вот это еще не домыто. Можно напор посильнее. Так. Пум-п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 ум. Так, это что у нас такое? Покрышка, покрышка. Продолжаем работать над подкрышкой усердно. Фух. Так, табуляция. Не вижу грязь. Табуляция. Внизу чуть-чуть. Вижу. Пойдем. Сверху грязь. Точно. Ха-ха. Нашел тебя. Коварная грязюка. Есть. Осталось кенгурятник. Если б я знал, что это такое, этот кенгурятник. Кенгурятник. Что-то внутри, скорее всего. Где-то здесь. Еще присесть. Вы видите кенгурятник тут какой-то? Я лично нет. Значит, надо по-другому действовать. Табуляцию нажимаю, пробую найти кенгурятник и не вижу. Значит, нажимаем Escape. Кенгурятник, один из двух. Он должен замигать. Значит, один кенгурятник я где-то как-то вымыл. Боковая панель. Внизу может кенгурятник быть это. Что такое кенгурятник, ё-моё? Это типа сумка на пузе. А, вот она. Мигает. Вижу, вижу, бегу, бегу, бегу. Это кенгурятник называется? О. Кенгурятник. Опа, вижу, вижу, вижу моментики. Так, тут чуть-чуть. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Работа выполнена. Грузовик выглядит потрясающе. Грузовик. Отличная работа, док. И очень вовремя, потому что кота видели в ущелье кот... Лован. Ой, я такого кота, короче, вымыл. Так, как это убрать? Я хочу, чтобы он у меня спрятал оружие. Он не прячет, он вечно с ним. Ладно, тогда типа его мою. Вот так поставим на заставку, что я его вымыл. Ну, красивая будет заставка, вы считаете? Кажется, идеальная. Все. Что нажимаем? Escape. Мы закончили миссию на 100%. GX показывает нам процесс, как мы это все дело мыли. Этого котика. Угу. Какой стал чистый, желтенький, яркий, прикольный. Так, 100% мы заработали своих тех 500 или сколько там долларов. 450 заработок. Ну, такое. Продолжить. И вот, колесо обозрения. Читать не буду, потом почитаю уже, когда буду проходить. 900 баксов, то есть это будет длинная серия. Где-то на час, на полтора. Фух, так, и у меня, вот я вот говорил, быстренько еще вам покажу, что я хочу купить, это профессиональную чистку, наверное, стоит 5000 долларов, у меня всего лишь половина. Идем понемножку к цели, надеюсь, что когда-нибудь я до нее доберусь. А на этом, пожалуй, все, мы играли в Power Wash Simulator, а с вами был Мойщик Ниломоб. Все, всем пока-пока.